Закончили вырезку орла, кроме головы, голову будем делать в конце, как я уже говорил, потому что не отбился клюв. Подождем еще немножко. Остальное все готово. Теперь будем заниматься крыльями. У меня есть две таких досочки. Я нарисовал на них крылья. Сейчас обобью вокруг. Сделаю форму крыла и буду пасовать. Вот примерно. Вот так будем подпасовывать их. Делаем дальше. Все. По контуру одно крыло вырубано. Вырубаем второе. Вырубаем этот изгиб крыла. Вот так, с этой стороны. В нижней части крыла он немножко смещенный. Сюда в сторону. Вот так, изгиб. Идет наискось. Топор пускаете, пусть он немножко вот так проскальзывает, когда рубаете. Вот рубите, и вот так он проскальзывает. Не тупо так бьете. Сделали этот изгиб, посмотрите внимательно, вот этот изгиб сделали для такого, для движения и пластику крыла, оставили где-то в самом толстом месте 2 сантиметра, не больше, там 1,5 сантиметра минимум, потому что еще ручная обработка будет, так что 2 сантиметра это нормально. Сейчас будем вот эту сторону срубать в конце. По ходу движения крыла закругливаем. Видите, крыло с этой стороны выбрали так. А с этой стороны оно изгибается туда. Вот эту толщину, которая осталась, мы в обратную сторону загибаем. И будет такое пластичное движение крыла. Просто-напросто срубаем. Вот вырубили верхнюю часть крыла, придали ему, если смотреть спереди, такой изгиб. Сейчас будем переднюю часть крыла, там тоже есть пластика. Здесь немножко уберем, здесь такая выемка будет, уберем. И здесь так немножко потянем. Так что сделаем переднюю часть крыла. Я вам покажу. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Получилось крыло, которое по возможности своей толщины доски дало пластику. Вот эта передняя часть крыла
Здесь немножко толще. Здесь толще для того, чтобы, во-первых, крыло ближе к плечу, оно толще. Во-вторых, чтобы немножко придать перья, вырезать. Здесь сделали более тонкие такие. Здесь будут окончания крыла, где оно тонкое. Здесь будут перья. Вот такая пластика крыла. Здесь плечо, под плечом есть такая выемка. Здесь тонкая часть идет наискось, такой изгиб. И здесь он повторяется немножко наискось, вот так. Вот эта выемка так идет немножко наискось. Придали пластику крыла, делаем второе крыло. И будем крыло обрабатывать уже ручными стамесками. Очищаем вырубанное крыло такой плоской стамеской. Стамеску так прокручиваем. Делаем так чистенько. Вот здесь еще немножко, а здесь будем все равно перья вырезать, то здесь не будем трогать. Вот, еще здесь немножко вырежем. Режем поперек волокон. Так край, чтобы тоненький был. Здесь еще здесь усталость кусочек. Такой елочкой одну сторону и в другую сторону прошел. А теперь вырезаем перья такой круглой стамеской. На орле также вырезали. Вот где бугорочек заканчивается, здесь канавку делаем. А где промежуток, здесь бугорочек будет. Так, в шахматном порядке. Здесь бугорочек заканчивается, здесь делаем канавку. И здесь канавка. Опять бугорочек заканчивается, канавка, и закончился канавка, и они соединяются между собой канавки, заканчивая перышко. Сверху немножко так подвязаем, чтобы она оттуда выходила. Надо вот один ряд, второй ряд, а потом третий ряд вот таких перышков и заканчивать. И здесь будут перья уже идти. Здесь такая выемка в крыле. Под плечо и под низом выемка. Так мы в этой выемке перья будем делать клюкарзой. Здесь удобно клюкарзой. Можно и такой, конечно, вытянуть. Но если есть клюкарза, удобнее клюкарзой. Она как бы из середины вылезает.
Люкарзу тоже не обязательно толкать, ее можно немножко так прокручивать. Вот таким образом вырезается перья. Вот круглой стамесочкой здесь прорезаем такие полосочки, две полосочки, чтобы посередине был бугорочек. Это как бы имитация крыла стилизованная. Оно, крыло же смотрится издалека, оно же не будет. Это как бы подробности крыла не надо вырезать, но подчеркнуть что-то обязательно надо. Оно когда прошлифованное будет, оно будет смотреться. Берем крыло, просверливаем дырку, делаем такую выемочку. И теперь ставим на наждачную бумагу и торец зашлифовываем. Так, заравниваем, чтобы все ровно, ровно было. И потом на плече ворла также ровно зашлифуем, и они будут вместе соприкасаться плотно. Вырезаем такой шкантик и вставляем в крыло. Вставляем крыло, но пока не вклеиваем. Клеим уже в конце его туда, когда уже подпасуем к плечу. Все, подготовили крыло. Будем готовить второе также. Посадили крылья на шканты. Надо тут следить, чтобы высота каждого крыла была, ну, почти на одном уровне, потому что будет некрасиво, если одно крыло будет вниз падать, другое вверх. Вот, а потом есть такой нюанс. Вот крылья вот специально делаются так в начале, что где-то не совпадает. А теперь перья надо совместить так, чтобы со всех сторон, чтобы как бы это одно целое. Мы тут подшлифовали, сделали эту щель минимальную. С этой стороны тоже так же. Вот. И как бы надо сделать там, чтобы все было одно целое. Вырезаем перья вот так вот, вместе совмещаем. Вот здесь перепад такой, он срежется. Это все было рассчитано так, чтобы потом подделывать, и оно было одно целое, как бы совмещалось. Вот я сделаю крылья, потом покажу и сделаю клюв заодно. Клюв, голову все проделаю, где-то что-то подправлю и потом покажу. Закончили мы орла, осталось только затонировать его и все, покрыть сверху. Такой получился у нас орел в окончании. Всем до свидания, хорошего настроения, до новых встреч!